Друзья, всем доброе утро. У меня большие мешочки под глазами. Я вообще не выспалась ни разу просто. Из шорт я пока не вылазю. Пользуюсь ситуацией, пока нет директора на работе, хожу только в шортах. Ну а что, погода просто суперская. Жарко, душно. Лето как лето. Мы после вчерашней прогулки с девчонками прям такие счастливые были. Мы давно уже не виделись, у них по трое детей. Они прям мамочки, семейные люди. Так что и они, и я, мы были рады, что мы встретились, хоть немножко прогулялись. Вчера просто Оля заранее полезла в интернет посмотреть, куда нам пойти, потому что мы вроде как уже однажды встречались по весне, по-моему, и что-то по Москве уже полазили как бы. И вот она нашла вчера двор такой небольшой, там просто на домах рисунки всякие, велосипеды вот там висели, мы там дурака валяли. Все, а потом пошли в кафешку посидели, по-моему, называлось кафе «Брусника», кафе-кондитерское. Перекусили и пошли обратно к метро «Маяковская», там уже на качельках покачались и в парке посидели, поболтали. Вот, так что время провели нормально. И я уже в ночи думаю, ну что, времени-то у меня совсем нету. Мне Ира уже такая по телефону, мы гуляем с девчонками, а Ира не такая звуковое сообщение присылает. Родионова, ты где? Ты сказала, будешь собирать чемодан. А я, говорит, уже все глажу. А я про себя говорю, а я гуляю. Она, ну гуляй, гуляй. Ой, ужас какой. И все, я пришла домой вчера уже прям в ночи. Мама уже спала. Я быстрее доставать чемодан с балкона. Вещички положила. Как-то бездумно я их положила. Погладила все. Так что сегодня с работы приду, посмотрю, хоть что я там вообще нагладила и сложила. Поэтому уснула я где-то в час ночи. Сегодня еле-еле проснулась. Вон, надо было лед под глаза положить. Но у нас на работе есть лед. Положила. А то что-то прям совсем. Я еле встала вообще. В 7 часов зазвенел будильник, а я его выключила и дальше давай спать. Вот. Так, ну сегодня, значит, у меня какой план? Сегодня я прихожу домой, покажу вам, что собрала. Помою волосы, уложу, накручу. В поездку я всегда езжу с накрученными волосами. А с собой просто беру выпрямитель. Все, потом мы... У меня будет вечер релакса. Мы хотим просто поваляться, посмотреть телек и покушать роллов. Пока планы такие. Ну все, я побежала на автобус. А, да, кстати, и деньги я вчера так и не поменяла. Я совсем забыла, что другой банк не принимает с карточки. Надо было наличные снять, а я не сняла, забыла. Так что сегодня, сейчас вот в Сбер зайду, сниму наличные и либо в каком-то банке поменяю, либо все-таки в Сбер пойду. Сейчас решу. Посмотрю, может быть, около работы на Савеловской там есть какой-нибудь банк, где можно поменять. Ну... Не хочу переплачивать просто. Потому что я посмотрела, разница получается 3000 со Сбербанком и с другим любым банком. Вот, такие дела. Мелочь, но приятная будет бонусом. Ну все, так я побежала на работу. Друзья, я когда вышла из дома, подумала, что это у нас какой-то прикол. Какой-то запах стоял, гари или чего-то такого. А сейчас вышла на Савеловской, здесь точно такой же запах. И какая-то туманность, ну такая, знаете, типа от дыма. И сейчас мне позвонила соседка и то же самое сказала. Сейчас вот она мне как раз перезванивает и хочу уточнить, что она там обнаружила. Она любит что-нибудь выискать, поискать, найти. Сейчас у нее буду узнавать. Звонит мне как раз. Так, у меня попытка номер 2. Форобанк. Курс вроде нормальный. Так что зайдем и посмотрим. И возьмем, если все нам подходит. Мне подходит. Так, я не... так, это была попытка номер 2. И в итоге я купила $500. Не знаю, хватит мне этого или нет, но потом мне на карту еще придут деньги. Так что это хорошо. Ну все, я бегу домой. Ну как бегу? Иду не спеша.
Хочу сегодня помыть волосы, высушить, накрутить, потому что в поездке я всегда волосы накручу. Завтра мне останется только докинуть зубную пасту, в принципе, чемодан, и все готово. Так, и сейчас я вам быстренько покажу, что я там насобирала вчера в ночи. Ну и, в общем, все. А потом у меня сегодня вечер релакса, поедание с сушами и просмотр фильма какого-то. Еще не знаю. Какой скажет, такой будем смотреть. Друзья, новое творение наших соседей. Мостик типа с речкой. Но все равно классно, скажите. Он стоял сначала, его поставили у предпоследнего подъезда, но там кто-то разнервничался из соседей. Не оценили, короче, совсем. А здесь, к сожалению, стоит вот этот вот щит. Ну, не щит, а вот этот вот знак. И он реально, ну, прям весь вид просто убивает. А так прикольный мостик. И вот оставшуюся плитку, которая была, вот на эту клумбу сделали. Классно, да? Вообще просто офигеть. Молодцы. Так, друзья, ну давайте я вам покажу. Я, в принципе, уже все собрала. Осталась вот какая-то мелочь. Это я распечатала все ваучеры, билеты. Вообще, я забыла, как все это делать, если честно. Я уже 100 лет не летала через какого-то туроператора, турагентства и так далее. Так, здесь у меня всякие зарядки, проводочки, здесь наушники. Так, паспорт. Самое главное, это паспорт и деньги. Больше ничего не надо. 2 очков разных взяла. Потом это специальная штучка такая на чемодан, чехольчик. Вот такой он прорезиновый, очень удобный, так что на любой чемодан, в принципе, можно его. Так, ну что, я обычно вожу с собой кипятильник. Это, видимо, привычка с Кубы или откуда-то еще. И у меня обычно другой такой специальный чехольчик для всяких там крема, зубные пасты, щетки, медаптечка и так далее. Но в этот раз я решила воспользоваться такой поменьше, потому что та гораздо больше, и как бы мы же ведь хотим, чтобы поменьше был у нас тут вес в чемодане. Так, я с собой беру рюкзак. Это вот это на обратную дорогу, если что, вот 10 килограмм. Ну, 10 сюда не поместится, но мало ли что-то там переложить и просто с собой взять ручную кладь. Он такой, ну, небольшой как бы. И не маленький, скажем. Так, здесь всякие купальники, нижнее белье. У меня 3 купальника. Здесь у меня 2 сандалии. И вот те сандалии, которые вот я прикупила. Резиновые вот эти. Так, если я сейчас открою одной рукой, я вам покажу. Вот сандали резиновые, белые сандали и черные сандали, то есть ничего такого особенного. Полотенце тоже никогда не беру, ну ладно, взяла. Так, это у меня, в чем я буду ходить по номеру, косыночка. Так, ну у меня в принципе 3 футболочки, давайте я уж вам не буду просто показывать, так перечислю. У меня тут 3 футболочки, 3 шорт, 1 длинные, 2 коротких. Всякие и платья, по-моему, 3 платья и 1 сарафанчик. В общем, как-то так. Так что надеюсь, что мне всего хватит. И здесь, по факту, места просто еще куча. Обычно этот, в этот чемодан у меня помещается где-то... Он рассчитан на 23 килограмма. Но у меня в него помещается где-то до 19 килограмм. То есть 20 это вот прям точно. Так что я надеюсь, что 10 килограмм здесь как раз есть. Вот. Ну, вроде все. Да. Еще я хотела сегодня кое-что успеть. Сейчас покажу. Итак, друзья, я еще хочу успеть сделать лечо. У меня есть немножко прям перчика. Буквально пару морковок, помидоры, а то просто они пропадут. Кабачок еще хочу пожарить. Ну, просто чтобы был. И вот у меня вот такая вот редисочка. Хочу ее на терочке натереть тоже с морковкой. Так что надо все-все это быстренько успеть. Волосы я уже помыла. Пока буду резать лечо, волосы будут сушиться. Как-то так. Время на самом деле у меня маловато. Всего 40 минут. Надо успеть. Потом привезут роллы и надо уже смотреть фильм. Все, друзья, мы уже начаевничались, наелись роллов.
спать. Чемодан собран, можно со спокойной душой ложиться спать. Всем спокойной ночи. Всех обнимаю и целую. С вами я, ваша Баба Тасс.